Сегодня в Национальной библиотеке в Большом зале проходит вторая открытая конференция «Русская школа Эстонии», на которой мы подведем итоги двухлетней работы организации. Будет сделан ряд докладов. Начнем с отчетных докладов о том, что удалось достичь объединению за прошедшие два года. Дальше продолжат выступления представителей попечительских советов, родителей. Также следует отметить, что на этой конференции будет представлена позиция Латвии, точнее, скажем так, позиция тех людей, которые отстаивают образование на русском языке в Латвии. Выступит председатель правления Латвийской ассоциации в поддержку русских школ, в поддержку школ с русским языком обучения Игорь Пименов. Также представят свою позицию некоторые депутаты Государственного собрания. В конце конференции мы проведем выборы нового состава Совета объединения «Русская школа Эстонии». Сегодня будут приведены некоторые цифры, что мы достигли, какие, например, изменения законодательных актов произошли благодаря нашему участию, какую общественную работу провели, какими школами удалось связаться, что удалось увидеть внутри школ, например, какая атмосфера царит, скажем так, среди родителей, и что на это отвечает администрация школ. В общем, ожидается, что на конференции будет принята резолюция, где, в общем, мы дадим наказ следующему составу объединения, а также обратимся к различным государственным учреждениям и международным с призывом к соблюдению прав русской общины Эстонии. Является членом объединения «Русская школа Эстония». Эстония имеет право голоса в выборах Совета объединения нашей организации Эстонской Республики и их значение для русской школы Эстонии, участие в законотворческой деятельности, поддержка и развитие внешкольного досуга детей, анализ участия в разработке методических пособий для русской школы Эстонии, и, в общем, сотрудничество со всеми организациями, которые разделяют наш подзаконный акт. Это подзаконный акт «Государственная программа обучения в гимназии». В эту государственную программу обучения в гимназии был внесен отдельный пункт о том, что существует возможность выбора языка обучения отличного от эстонского. Почему это важно, могу повторить здесь. Часто бывает так, что родители, состоящие в попечительских советах, получают, скажем так, от школьной администрации некий документ, и звучит мнение, что ну что делать, вот закон есть закон, мы должны переводить обучение на эстонский язык. Так было с этим подзаконным актом, который трактовался однозначно до изменения, что о выборе какого-либо другого языка обучения речи быть не может. Мы сделали обращение к канцлеру юстиции Индрику Тедеру. Канцлер направил предписание Министерства образования и науки, и подзаконный акт, государственная программа обучения в гимназии, был изменен в сентябре 2011 года.